Привет, богатыри. Я этот сим-карту еще купил с корпоративным тарифом потестировать МТС. Все предыдущие я потестировал. Можете посмотреть там в поиске, набрать тарифы корпоративные. Все были, интернет. Ну, как бы без лимит. На самом деле только в Билайне был тариф. Настоящий без лимит. Во всех остальных были закрыты торренты. И привязка к Gmail была. Но раздача была включена. Ну, можно было раздавать. Так, я не близко говорю. Какой-то регулятор. Странно. В диктофоне у меня прыгает на максимум. В бандикаме прыгает на минимуме. Ну, не минимуме, там процентов 20-30. Фиг поймешь по этим показателям. Вот. Ну, было более-менее. А МТС я купил, сама сим-карта 400 рублей, тариф 15 рублей мне сказали. Но вот видите, и только что я купил, ну, недавно совсем, это январь 2020 год. Вот, просто интернет потестировать, чтобы все их сравнить, картину полную иметь. И видите, тариф, ежедневная плата уже 16 500, ой, 50, 16 рублей 50 копеек, 500. Ну вот, то есть почему-то он оказался дороже, и это, ну, не мега, конечно, не огромная плата, как бывает там. Если 15, то получается 450 рублей. А 16,50 это получается. Сейчас надо посчитать. Что-то мне так даже не сосчитать. Где калькулятор? Сейчас посчитаем. 16. Так. Ого, ровно 495, ага. Так, ну, плата, как сказать, наверное, есть что-то и больше плата, но в основном те тарифы были около 300 рублей, иногда даже и 200 бывают с интернетом без лимит. То есть вот такая вот неудобная штука. Вот получается, тариф называется Smart, по-английски безлимитище 05-2016. Но это, как я понимаю, дата, когда он был, какой-то старый тариф. И тут еще нету раздачи. То есть нужно платить. Ну, как видите, в надписи написано: благодаря услуге режим модема можно ежедневно бесплатно раздавать на другие устройства 50 мегабайт по Wi-Fi, Bluetooth или USB. Далее списывается 50 рублей в сутки, но только в те дни, когда была раздача интернета. Квота обновляется один раз в сутки в 00. Услуга является обязательной, и отключить ее нельзя. То есть получается, сейчас посчитаем всего. Ну, мега дорого, ну просто, ну это, ну мне не подходит. Да еще тут и торренты, наверное, закрыты. Я не знаю, вот я не качал, надо позыркать, блин. Даже не, может быть, прямо сейчас что-нибудь качнуть. Сейчас тогда.
Так. Сейчас посмотрим. Да блин. Так, что тут? Что тут можно качнуть? Так, сейчас позырим. Старую раздачу там, которая уже скачана и удалена, я вот ее оживляю. Не, не качает. Скорость стоит на месте. На месте. Ну, может быть, сейчас постановлю, запущу. Так, что тут? Остановить. Возобновить. Скорость 10 килобайт. Байты, это же байты, да? Не биты. 10 килобайт и стоит. Это такая блокировка. Немножко там он что-то дергается. То есть сейчас надо платить 50 плюс 16. 50 рублей плюс 16 рублей 50 копеек. Сейчас сосчитаем. Ну, либо специальное устройство там. Если нет специальных устройств, то придется платить. Блин, так забыл. 60. 66. Вот так. Умножить на 31 даже. Оба. И это без торрента. 2061 рубль 50 копеек. Просто, ну, огромная сумма. Без еще торрент даже нельзя качнуть будет. Да, вот такая неприятная штука. Не ожидал я даже этого. Ну, торрент как бы можно через VPN зайти, да. Там будет скорость меньше. Но я это уже показывал. Раздача выключена. Там есть тоже определенные способы борьбы. И не буду их описывать сейчас. Привязка к e-mail. Я даже не знаю, есть она тут или нет на этом тарифе. Наверняка есть. Тут прям все врублено. Наверное, и привязка есть. То есть он смотрит. А, хотя нет. Ты же тут типа платишь. Как привязка такая, типа в модем вставил. Какая разница, модем, не модем. А они берут деньги, чтобы раздавать. А то, ну, типа, в телефоне-то ты раздаешь, а в модем ставил, что там не будет работать, а деньги будут снимать. А, не, ну не может быть, да. Так. Ну вот так вот. Пока что информация, я надеюсь, пригодится. Ну, я бы заранее знал. Вот это тоже бы посмотрел. Где-то вот, где-то мне выскочило, что вот этот тариф и
Ну, я бы не купил, конечно, ни сим-карту, ни это. Ну, большинство, наверное, не купили, но у кого денег дофига, наверное, бы купили. Так, да, скорость стоит, все в торренте. Так, ну и скорость. Ну, интернет такое, как работает. Я отдельным роликом это все затестирую. Сейчас не буду я это все показывать. Скорость, ну, сразу вам скажу, скорость совершенно обычная. Как и у всех остальных. Может быть, иногда чуть больше, но не критично. Я уже посмотрел и в метро, и на улице. Да, такая вот какая-то сумма. Блин, вот был, вот я умотал, у меня был номер, и там вот что-то было дорого. И вот когда, я не помню, какие года, вот умотал, вот так все и осталось, блин, с тех времен. Задирают они цены. Вот. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Тариф подбирайте внимательно. То есть, что надо делать? Сразу, если тариф покупаете, это корпоративный, там должна быть раздача. Нет, не должно быть привязки к имею. Либо специальное устройство, но это возня. Как бы сами там думаете, по мне не должно быть ограничения раздачи к имею, торренты. Ну, желательно, да, тоже, чтобы были раскрыты, открыты. Вот, то есть сразу надо это спрашивать и лучше заплатить подороже. Ну, по мне, вот так вот, если этот вот 500 рублей, а там, например, вот более без ограничений, она там 1000 рублей сим-карта стоит. Или, ну как договоритесь, там 700, 600, может договоритесь там на 300, не знаю. Вот, то есть смысл подороже заплатить, потому что, ну, вы видите, как каждый месяц, сколько ты будешь платить. Вот. Но если вам не нужно, опять же, кому-то не нужно, надо сам подбирать. Не качает, торренты не качает, модема нету, с телефона, может быть, вообще один телефон не раздает, тогда и это. Я не какой-то мега богач, но у меня есть был там простенький модем там за 1000, телефон, то есть несколько устройств, и не качая я с утра до ночи, ну, надо вот запихнуть в несколько устройств, что-то скачать иногда, просто вот для этого. И мне нужны нормальные, как бы, условия, чтобы было открыто. Вот, а никаких огромных скоростей вообще нигде я не нашел у этих всех четырех операторов. Ну, наверное, какие-то уже предел достигнут. Наверное, все, в LTE уже крышка. Хоть они и называются 150-50 модемы, 300 там какие-то гигабиты на скачку. Ну, на деле все намного-намного меньше. Так. Ну, всем пока. Сами уже тестируйте, ищите, что вам удобно. Я тоже уже все протестировал. Следующий раз, когда там эти какие-то изменения произойдут, когда они что-то там поменяют, свои вышки, что-то еще. Фиг знает, еще там ждать много-много лет. Не думаю, что будет что-то такое коренное меняться. Какой-то, ну, определенный застой такой возникает уже. И чуть ли даже не падение скорости иногда идет интернет.
Да, ну вот это, видите, тариф, это же какой-то мега старый тариф, это 4 года назад. Так, ну на этом все.